На юбилейный форум добровольцев в Самару приехали волонтеры со всего региона. Все они активные участники масштабных праздников, парадов, спортивных соревнований, а также помощники ветеранов и инвалидов. Без добрых дел многие из этих ребят уже себя не представляют. Это дает новое знакомство, очень много нового для себя открываешь, кругозор расширяется. И вообще это дает огромное количество позитивных эмоций. Добровольчеству все возрасты покорны. Под девизом «Ни дня без доброго дела» живут и сотни волонтеров серебряного возраста. Они также помогали при проведении Олимпийских игр, Парада Победы и Парада Памяти. Очень, вот знаете, очень счастливы после мероприятий, после встреч между собой. Это потребность души. Это просто великие люди, а мы все такие в России. Сейчас только в Самарской области насчитывается порядка 30 тысяч волонтеров. И в ряды добровольцев всегда готовы принять новых участников. О важности развития волонтерского движения в России в своем послании Федеральному собранию говорил президент. Он поручил заняться поддержкой добровольческих организаций. В Самарской области уже несколько лет при поддержке правительства региона развивается направление «Спортивное волонтерство». Открыты два волонтерских центра на базе наших ведущих вузов Самарского университета и Самарского технического университета, которые работают по программе спортивных волонтеров оргкомитета и городских волонтеров. Эта деятельность софинансируется из областного бюджета. На торжественной церемонии открытия форума самые активные и инициативные добровольцы получили благодарственные письма губернатора. Теперь волонтеры соберутся на дискуссионных площадках, чтобы поделиться опытом и обсудить планы работы на следующий год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.